Пересмотрев очень много видео в инете, перечитав тонну информации, познакомившись с энным количеством людей и просто подглядев за недоступными или заведомо неприятными мне людьми, которые занимаются лошадьми, научившись с нуля всему, я поняла многое про людей, а также, что есть разные отношения к лошадям и к тому, как их содержать. Некоторые люди все идеализируют, забывая, а может и вовсе не зная, что лошадь – это прежде всего животное со своими запросами и нуждами в жизни. Но идеализирующих все на свете людей это абсолютно не интересует. Идеализация – наделение кого-либо или чего-либо совершенными качествами, которые не соответствуют реальной характеристике объекта. Придавать чему-либо большое значение – это и есть идеализация. Такой человек, содержа лошадь, кстати, и с другими животными срабатывает такая фишка, начитается, насмотрится идеальных картинок в инете, досочиняет еще, как говорится, доидеализирует. По-моему, это присуще таким еще очень детям. Ну как? Амбиции, эмоции. И хорошо, если человек с такими понятиями найдет конюшню более или менее подходящую к его представлениям и в душе вечно будет костерить здание, работников, еду, прикорм, освещение не то, температура воздуха не та, осадки не те, сила ветра не та на улице тоже. И солнце даже обжигает в этой конюшне. Хорошо, если хватит смелости отказаться вообще от затеи держать животное. Потому что идеально сделать не сможет по-любому. Запросы заоблачные, потому что. Но зато запросто сможет без лошади, сидя дома, через интернет, загадить пространство комментариями, осуждая всех и вся и тыкая носом каждого встречного и поперечного в то, что неправильно назвал тот или иной атрибут, используемый в жизни лошади. А их так много, и у каждого свое название, и у каждого свое предназначение. И, конечно, когда у тебя нет лошади, что тебе остается еще делать? Только сидеть, зубрить, как и что называется. Потому как я еще не встречала человека, у которого есть лошадь, и он знает, как каждая щетка называется. Хорошо, если у идеализирующих все людей есть возможность все реализовать. Это я прям себе представляю. Конюшня, обрамленная камушками Заваровски. Два раба, обдувающие лошадь. Третий ловит навоз на лету до того, как он упадет в идеально чистые с ароматом клубники опилки. Автоматическая поилка с минеральной водой. Только представляется мне при этом лошадь глубоко несчастная, на грани сумасшествия, в депрессии. Но это может быть именно потому, что я полная противоположность тому, что я описала выше. Хотя, чего скрывать? Раньше я даже боялась, а может, это я неправильно что-то делаю. Но опыт, постоянное наблюдение за животными и их потребностями вывели идеальную форму содержания лошадей, идеальную для меня и для моих тессалийских лошадок. Кстати, люди делятся на разные категории. Сейчас вместе их и посчитаем. И в каждой категории хватает именно тех, кто все идеализирует. А мы именно сегодня об идеализации поговорим, потому что накипело и хочется, чтобы люди были проще. Кстати, подумайте, если смелости хватит, напишите мне, а что идеализируете вы и осознаете ли? К тому же, если не хотите писать открыто в комментах, я дам ссылку на свой Facebook в описании. Можете писать мне в личку. Ну и давайте к первому типу отнесем спортсменов, где лошадь рассматривается в основном как техника. Ну, как бы это назвать, как какой-то агрегат с определенными возможностями, с конкретными характеристиками, модель, то есть порода, возраст, рост,
вес, цвет, цена, чем выше, тем лучше. Очень люблю иногда посмотреть такие соревнования и выступления профессионалов. И как вы думаете, на что я смотрю? Правильно, на взаимодействие всадника с лошадью, именно как с живым существом. Все, что имеет отношение к природе, меня не интересует, какой оно формы, название породы и прочие факторы, на которые смотрят люди. Цвет, например. То, что связано с природой, растения, животные, оно априори уже гармонично и идеально. Например, елочку перекосило в левую сторону. Это очень красиво. А у собаки слишком длинная шерсть. Это классно. У лошади грива неровно растет. Прикольно. У меня тоже волосы с одной стороны растут длиннее. Другие люди могут поддерживать у всего идеальную форму. Они, конечно, молодцы. Почти искусственно. Я, например, стригу, если нужно для дела. Например, из моего опыта. У нас много колючек в округе. А я пасу лошадей осенью, после того, как собран урожай весь. И мухи уже кончились. Но еще не зима. Я коротко подстригаю хвосты и гриву. Потому что если этого не сделать, то получишь хвост 50 кг колтун и грива в колючках. Чуб там вообще чуть ли не вместе с корнем вырезать все. Никаких ножниц и сил в пальцах не хватит. А когда меня спрашивают, почему так коротко, говорю, чтобы не сглазили и чтобы не украли, а то слишком красивые. Вторая категория, как мне кажется, это люди, которые занимаются с детства. Своих лошадок у них нет, но какой-никакой спорт и общение с лошадками есть. Вот, кстати, это самая умная категория. При лошадях, но при этом только платят за удовольствие и имеют все в готовом виде и без претензий. И третья категория – это я. Это как я. Люблю лошадей, так сильно люблю, что-то даже неоправданно сильно. А давай я из любимого дела сделаю бизнес. Тогда у меня будет куча лошадей. Какое счастье! Правда, не осознавая, что с кучей лошадей еще и куча проблем и так далее. Расходов, например. Причем, чем хороша категория, в которой я нахожусь и так хорошо понимаю. Тут действительно есть любовь. Тут есть и осознание всей важности дела, а также и понимание, что не все желания нам по зубам. Но в первую очередь о любви к животным, понимание их нужд, прислушивание к их потребностям. Ведь здесь главное, чтобы твой зверь был просто здоров. Его никто не будет без надобности супер лечить, выискивать в нем болезни, и не будет проводить ненужные процедуры. Никто не будет этих лошадей начищать, намывать каждый день, ставить под какие-то лампы. И это называется не по старинке, как в деревне. Причем тут старинка или сравнение, как с свиньей. Животным дается абсолютно приближенное к естественному существованию. Среди своих сородичей, как правило, на природе. Лишь от сложных природных условий дается укрытие, так как эти животные ограничены в передвижении на большие расстояния. Все же это собственность, и без человека они не смогли бы существовать. Или же существовали бы, конечно, находились в постоянной опасности, но мы бы этого не знали. Конечно, у таких людей есть лошадка для верховой езды без заморочек. Есть ли в этом типаже идеализаторы? Ну, конечно, есть. Они тоже, я думаю, сидят дома без лошадей и идеализируют все в комментах на Ютубе. Ну, кто так держит лошадей? Надо иначе. Кстати, тьфу-тьфу-тьфу, мне еще никто не писал чушь никакой. Но я думаю, просто потому, что у меня еще мало зрителей, многознающих и многопонимающих, достигших
степени, где они начинают идеализировать все. Дальше. Самая сложная часть. Это категория «Миссия невыполнима». Или «Спасатели вперед!» Или «Коллекционер животных, нуждающихся, как им кажется, в их помощи». Таких полно и по собакам, и по кошкам, а также есть спасатели лошадей. Здесь реально все сложно, и говорить мне о них сложно. Сама я чуточку такая же чокнутая, но обычно в этой категории люди перегибают палку. Они называют себя защитниками, ангелами, спасателями и как угодно. И вроде да, они кидаются на помощь, они видят во всех врагов, все мучают животных, а лишь они спасают. Кстати, плавно опять вышли на идеализацию. Смотрите, как интересно получилось. Я даже не думала об этом. Спасатели-то эти тоже идеализаторы. Только чаще всего судьба спасенных ими неизвестна. Шума при этом много. Как будто делается это все для самого процесса. Я сейчас. Я герой. Я спасатель. Я. А знаете, потом интересно, что и не добьешься. Ну а со зверем-то что? Где спасенный? Как он там вообще? Как-то они даже и не считают нужным сообщать. Но в этой же странной категории будут и люди, которые все свои последние средства отдают на спасение какого-то больного животного и так далее. Делается это для каких-то других целей, душевных. Латают они какую-то дыру в душе. И давайте еще поговорим чуточку о таких людях, которые нам помогают. Они знают про лошадей все, что нам надо. И берут с нас деньги за это. Догадались, кто это? Ветеринар, коваль, или коваль, как правильно по-русски. И тренер. Хотя он не всем нужен. И не всегда. Но иногда тоже пригождается. Как правило, эти люди очень дипломатичные. Они наши друзья. Свое мнение, не схожее с нашим, при себе оставят. Дадут совет по делу всегда. Ну вот и все, по-моему. Все я вам вроде рассказала, о себе тоже. Теперь буду рассказывать вам со спокойной душой о табунном содержании лошадей. Какие в этом прелести и недостатки. На этот сезон в планах очень много всего. Нужно некоторых лошадок обучить и обкатать. Надеюсь, смогу найти смельчаков. Были у меня желающие сотрудничать. Я их обучала. Сажала их, как правило, на обученных лошадей для начала. А потом переходили к работе. Все, блин, до первого падения. Сразу желание отбивается у них. Ну, может, опять все придется самой делать. Подписывайтесь на мой канал. Сезон, так сказать, начинается. Постараюсь, чтобы было интересно. А под Новый год вместе проведем итоги, чего я добилась.